Около 1 миллиарда рублей предусмотрено в этом году на реализацию социального контракта. Об этом сообщают представители Минтруда. Проект помогает повысить доходы нуждающихся. Претендовать на заключение соцконтракта могут одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи, чей доход ниже прожиточного минимума в Дагестане. Сейчас это 11 515 рублей. Мы ждем наших граждан, готовы им подсказать, провести все необходимые консультации. Также хотелось бы сообщить гражданам, они как Управление социальной защиты населения по Махачкале могут представить документы, также и в МФЦ. Помощь в рамках проекта «Социальный контракт» получила инвалид Сакинат Магомедова. Она мечтала перенести свои рисунки на изделия из дерева и металла. Для создания мелких деталей Сакинат научилась работать ногами. В скором времени она планирует перейти от индивидуальных заказов на изготовление сувенирной продукции, что в свою очередь позволит увеличить и доход. Любое дело, которое ты начинаешь, без вложения никак. И благодаря соцконтракту, который я заключила через Минтруд, соцзащиты, благодаря этому контракту я смогла какие-то уже свои вопросы решить именно по своему начальному делу. Как бы, да, я очень благодарна, что именно вот такую вот возможность я получила.